Всем привет, с вами Апирский обзор игр. И сегодня я буду снимать обзор на игру Крокодильчика Сломби 2. Вот такая игра. Я в нее играл еще давно. В прошлом году. Я еще сегодня постараюсь выложить еще одно видео. Так, давайте-ка пройдем, допустим. Ну, хотя бы. Ну, я просто покажу пару уровней. К примеру, вот второй уровень. Допустим, к примеру. Мы эту игру не проходим, а просто покажу вам, к примеру, как вообще в эту игру играть, так сказать, ну, ради интереса. Так. Вот так вот. Вот такой уровень. Угу. Вот так мы играем. Ну, крокодильчик Свампи должен помыться. Вот в чем суть игры. А раковина, по-моему, засорена. Ой, ну не раковина, а ван. Точнее. Так, мы должны выиграть этот уровень. Пройдем хотя бы один уровень и прощаться. Потому что он, по-моему, большой, очень длиннющий. Давайте один уровень пройдем. И прощаться. Главное, что получилось пройти этот уровень. Надеюсь, что у нас получится. Мы же ведь все можем, когда захотим. Ну вот так. Как-то. Да, еще постараюсь выложить два ролика хотя бы. Ну вот, всем пока, были на канале Питерский обзор игр, мы прошли первый уровень Крокодильчика Сломби. Всем пока, вы были на канале Питерский обзор игр, всем пока.